На сходах граждан, проходивших на территории Вольницкого сельского поселения, жителями неоднократно поднимался вопрос, который их долгое время беспокоил. Это ограждение территории местного кладбища. На сегодняшний день эта проблема уже снята. Нашелся спонсор, который профинансировал это дело. В настоящее время нашего села была огромная проблема – это заграждение нашего кладбища. И в данный момент у нас появился спонсор, который смог нам помочь в этом деле. В этом году кладбище будет наполовину ограждено в мере финансов. На следующий год обещал спонсор продолжить ограждение. Также проблемой были старые деревья, которые в любой момент могли упасть и повредить территорию кладбища. На сегодняшний день часть деревьев уже спилены, другие будут удалены в ближайшее время. Всеми работами руководит администрация поселения во главе с Муратом Хагоровым. Такие же работы проводятся на территории кладбища поселка Набережный, входящего в Вольницкое поселение.